Всем привет, друзья! Сегодня будет гайд, как же все-таки запустить Survive the Night, скачанная из зоны, с торрента или другого источника. Теперь к игре. Как только вы скачали, вы пытаетесь запустить игру, заходите. В появившемся окне сервера не отображаются, и вы с печальным лицом удаляете игру. У меня компьютер слабоват, так что немного придется подождать. Рекомендую без перемоток смотреть это видео. Да, появится один сервер, но в принципе игра играбельна. Без багов и вылетов. На пиратской версии. Ну вот, как я раньше говорил, сервера не отобразились. А статистика показывает, что я играл на одном из серверов. Готового решения в интернете так и не нашел. Пришлось самому разбираться. Что не вводил, IP-адреса, порта, ничего не работает. Ну а теперь по делу. Как же все-таки в нее поиграть? Заходим в папку «Скачанной игрой». У меня компьютер слабоват, будет подлагивать изображение. Ищем в игре папку Survive the Night. Заходим в папку Steam. Далее в папку Сервер. Переносим на рабочий стол CTN Dedicated Server. Как только перенесли на рабочий стол, запускаем его. Секунд 15 ждем и запускаем ярлык игры. CTN-ку не закрываем. Пусть запускается вместе с игрой. Как я и говорил, немного нужно подождать. Я специально ничего не монтировал, чтобы все видно было пошагово. Статистика показывает, что я уже играл. О боги, появился сервер. Супер. Два раза кликаем мышкой, запускаем. Играю уже неделю, багов не замечал. Сервер чистый и свободный. Так что, кто любит поиграть в зомбаков, милости просим на мой сервер. Только заранее пишите «Go» в игру. Вместе интереснее выживать. Ну и в принципе все. Кому интересна игра, можете посмотреть, как я играл.
Огоньку не желаете? Thank you.
Ну а кому понравился этот гайд, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, пишем комментарии. Всем пока!